В 2015 году в составе платочков и салфеток Зева появляется новый герой – натуральный хлопок. Задача агентства – рассказать, что с добавлением хлопка платочки и салфетки Зева стали мягче и прочнее. Как показать рациональные преимущества аудитории, которая воспринимает новое на уровне эмоций? Решение – сделать хлопок одушевленным и подарить ему сердце. Так появились наши хлопковые герои. Они отлично знают, что такое нежность и забота, и помогут людям открыть свои чувства друг другу. Реализация. Мы создали красочную мультипликационную вселенную, в которой живут наши герои, и рассказали историю их любви с помощью трех роликов, в которых они вместе проходят через трудности и укрепляют свои чувства. В основе вселенной сайт, который дал возможность пользователям поделиться своими чувствами с близкими. Для этого мы разработали конструктор открыток, наполненных нежностью хлопка. С помощью конструктора можно выразить нужные чувства, подобрать правильные слова и подходящее музыкальное настроение. Пользователи вдохновлялись роликами и создавали анимированные открытки, чтобы поделиться ими с близкими. Результаты. Охват кампании составил более 2,5 миллионов пользователей. 40 тысяч пользователей зашли на сайт cottontouch.ru. Пользователи создали более 8 тысяч признаний и более 2000 раз поделились ими с близкими. Мы помогли людям открыть свои чувства друг другу и сделать отношения крепче, подобно тому, как хлопок сделал платочки и салфетки Зева более мягкими и прочными. Мы показали рациональные преимущества нового продукта с помощью эмоций. Чувствуете? Хлопок.